Приветствую всех, это видео специально для портала Ярбула. В этом обучающем видео я покажу вам, как сделать эффект сломанного предмета. Сломанным предметом у меня будет вот эта PSP приставка, которую я перетяну на отдельный слой. Так, вот он. Немного подотру лишнее. Так. Вот. Такая приставочка получилась. И надо ее разрезать. Беру лассо и провожу такие полосы. Дальше редактирование, вырезать, редактирование, вставить. Так, вот получилось два отдельных слоя. Начну я, пожалуйста, с левого. Так, трансформирование, поворот. Так. Оп. Далее создаем дубликат слоя. Переходим на нижний. И немного это двигаем. И будет вот так. Так. Жмем два раза левой кнопкой мыши по слою. Убираем теснение. Так, размер 80 пикселей, смягчение примерно 5. Так, угол 120 пикселей, контур глянца углом вниз, вовнутрь точнее. Так, вот одна часть получилась. Переходим ко второй. Редактирование, трансформирование, поворот. Так, немножечко повернем. И вот так. Также создаем дубликат слоя. Переходим на нижний слой. Смещаем, жмем два раза левой кнопкой мыши, теснение. Так, 80 пикселей размер, смягчение 5. Так, угол 60 градусов. Ну ладно, это сделаем угол 110 градусов.
остальное оставляем так, как и было. Так. Вот. Уже что-то такое красивенькое получилось. Далее наложим эффект разбитого стекла. Так. Вот мое изображение с разбитым стеклом. Так, я его немного увеличу. Так. Также выбираю лосо. Редактирование вырезать, редактирование вставить. Так. Переношу слой над слоем этой части приставки и создаю обтравочную маску. Далее нужно нам повернуть под нужный нам угол. Пускай так будет. Растянем. Ок. Так. Убираем наложение перекрытия. Вот что получилось. Остальное стираем. Так. Что-то типа того. Также переходим на эту часть. Так. Ой. Переносим слой пониже. Также создаем травочную маску. Режим наложения перекрытия. Трансформирование, поворот. Вот так. Вот так будет. И лишнее стираем. Так. Ну вот, собственно, получилась наша приставочка. Поломанная. Спасибо за просмотр. Тренируйтесь. У вас также может получиться.